Привет, с вами Квантум, и сегодня мы будем бояться и угорать. Играем в Фазмофобию. Наша цель в доме найти призрака и не погибнуть. Как ты понял, это ужастик, играли мы в него ночью. Будет весело. Желаю приятного просмотра, понравится ролик, захочешь продолжение, напиши об этом в комментариях и не забудь про подписку на канал. Мы будем начинать, поехали. Нет, ну я сейчас на таком жестком позитиве, я не знаю почему. Гадость такая, так. Фонарь украл мой. Это был мой. Это был мой фонарь. Смотри, что сделать благовоние, нужно? Я определить не зря его тип купил. Призрака, увидеть следы призрака на рассыпанной соли, обнаружить призрака при помощи датчика движения. У нас этого нет, мы это потеряли в прошлый раз. Зажечь благовоние. Соль, я смог еще кое-что выяснить. При жизни призрака звали Хелен Робинсон. Нам не удалось выяснить, отвечает ли призрак всем подряд. Иди в жопу, мы сразу пойдем ему ломать лицо. Он сказал, типа, или всем подряд, или девочкам. Призраки злят, когда их называют по имени. Так, Робинсон, Хелен, блядь, и запомнили. А ты понял, это же сейчас сразу мясо начнется. У нас все, это жопа, это фиаско. А, у нас сразу 0-0, блядь, типа, да, времени... Да, сразу 0, иди в дом еще, заходи. Еще что-то я могу одно взять, квантумец. Ну возьми, что хочешь, фотик возьми, видеокамеру возьми, это будет четко, это будет полезно. Я жду тебя, давай, давай, будут давай. Будут катки по 2 минуты. Не очкуй, иди сюда, заходи. Можешь не шептать, блядь, не очкуй, еще в 50 да, раз. Да, блин, мне тоже страшно, заходи, не бойся, давай, заходи сюда, заходи, давай, 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 красава. Ой-ой-ой. Как там, Димон, нормально все? Включи ты свет, пошел. Я зайду. Ты девочка. Включи а. Свет, я зайду в дом. Я мальчик вообще-то. Меня Данил зовут. Но включи свет. Он не работает. Свет включи. Да он не работает. Да как не работает? Иди в подвал. Квантумец, блядь. Да. Ну, квантумец. Ладно, пойдем. Ой, тут страшно так. Нравится? Нравится, да. Когда друзья нож в спину. Ну, вот и все, нет у меня друга больше. Пойду искать призрака. Натравлю его на тебя. Вот они, пробки, я нашел. У меня как будто в жизни угольки появились. Ну, нормально. Все, я свет врубил. Да твою ж... А, ты свет вырубил мне, я испугался, козел, блин. Спасибо. Я не врубал. Пойдем доску Уиджи искать. О-о-о! Блин. Я, когда я говорил про не кость, бери ты косточку. Что делал? Ты что свет вырубил? Это не я. Ага, ну само вырубилось. Квантумец. Пойдем за фотиком. Так, значит, чтобы было не так очково жить, сделаем раз, сделаем два... Пойдем. Бери фотик. Фотик возьми. Это со свечкой. Возьми свечку и фотик возьму. На свечку. Дай фотик. Где-то оно живет здесь. Надо сфотать косточку. Квантумец. Раз. Да. Свет выключился. Где? Везде. Как выключился, так и... Опа-на. Опа-на. А ну-ка. Ты где живешь? Димон. Свечку. Он здесь поставил свечку. А это поможет? РП, блядь, может. Я знаю, где она живет, Димон. Я пойдем кажется, лицо тоже. Бить. Рассыпай соль в гараже. Блядь. Что? Да как будто кто-то ходит около. Да это я хожу. Иди дальше в гараж, сыпь соль. Заходи внутрь. Слышь, соль-то не бесконечная. Так возле машины насыпь соль, а не на входе. Так закончилось, блядь. Ой, я хожу еще за баночкой. Мне главное... В доме не... одному оставаться нельзя. Мы знаем, где она живет, уже фонарь ультрафиолетовый взять. Бля, а все, я соль... Минус 15 долларов. Маленький спасибо. Фонарик бери. Возьми, а что у меня тогда? Ладно. Ну, скинь свой большой фонарик. Если что, с гаража бежим в нашу сейф-зону. В туалет. Бляха-муха. Это ты сделал? Нет. Надо свет врубить здесь. Вот так вот. Пойдем. Не бойся, Димон. Мы вместе. Мы он сила. В гараже топчет. Да-да-да-да-да. Сейчас мы его обтопчем. Так, чтобы... Опа! Димон. А ну здесь. Оставил. Еще оставляй. Покажи себя. Дай нам знак. Блин. Прояви себя. Ага. Дай нам знак. Дай нам знак! Бля, ты дурак, что ли, придурок? В смысле? Господи, козлик! В смысле? Чего было? Иди в жопу! Ты испугался знак? Кого ты мне заорал? Меня на всю тут... А, в игре? Катушку в игре! Да! Я его затроллил!
покажи себя. Он наступил на соль. Тапки, блядь, да. Следов нет. Он ходил здесь. Вон, я вижу, да, там ходил. На ставне посвети. Я открыл двери, чтобы быстрее убегать было. Иди свети на ставне. Покажи себя. Прояви себя. Дай нам знак. Блядь, сейчас он даст тебе, сейчас. Он сейчас тебе даст. Я так понимаю. А за блокнотом надо сходить. Слышь, что, мы выполнили одно задание? Выполнили, хорош. А что мы? А, на рассыпанную соль. А, благовоние, слышишь, что? Я, блядь, им пользуюсь. Два слота нужно. У меня есть. Бери благовоние и... Ладно, я сам возьму. Иди, бери камеру. Нет, я лучше возьму крест. Возьми, он тебе поможет. Иди в дом. Я смотрю за... за активностью. Рассудок, в принципе, неплохой. Вот у меня, да там 10, и мне пи***. Уже знаю, как это работает. Да это не так работает. Она, видишь, не показывает себя. Блядь, а ты дверь не закрыл. Ну и что? Что страшного? Просто затащи камеру... видеокамеру в гараж и иди сразу ко мне, иди. Мы будем смотреть на... Только поставь видеокамеру так, чтобы она весь гараж охватывала ракурс. Покажи себя. Ты кого? Ты дурак, покажи, ты камеру не взял. Сейчас она тебе покажет себя. Так вот пускай она покажет, а потом я уйду. Нет, ты камеру возьми и поставь в гараж, который в туалете стоит. Или где она там вообще? Все хорошо, я тебя вижу. Ты жив, здоров. Возьми... Ты закрылся там в сортире. Бери камеру, так не... Зачем ты выключил ее? Включи, возьми ее в руки. Блять, блять, под место хожу! Камеру включи, пожалуйста. Тут охота! Камеру включи. Можешь камеру включить или она нет? Она ползет ко мне вроде. Включи пусти камеру. Ты дурак, она мне, блядь, работает уже. Трындец, тебе мерцает все, ничего не видно. Ты жив. Если ты жив, это значит не дух и не банши. Блядь. Все нормально, не волнуйся, я с тобой. А что ты камеру на пол кинул? Возьми ее в руки. Да, блядь, иди. Бери камеру в руки. Ползет на меня. Не ползет ничего, я не вижу ничего, все хорошо. Я видел, там вот скакала по двери, сука. Подними камеру. Вот умец, твоя очередь, блядь, я охоту пережил. Будем по очереди охотиться, я... Иди, поставь, сделай свою задачу и все, ты выполни, боец. Только ракурс хороший подбери, я не хочу смотреть в пол. Охренеть. А что ты сделал? Да закрой, блядь, жик! Да включи камеру, ты ее не включил. О, у тебя активность 5 всего, а фазы охоты нет. Ты меня тебе включил, иди ты, там ебать, нихуя не видно, или пошли вдвоем поставим. Я иду. Двоих не опадает, блядь. А что тут света нет нигде? Вот так-то получше будет. Ты не мог камеру нормально поставить? Да я, блядь, поставить? Ставила, она не ставилась, а потом, когда поставилась, в пол ушла. Я прям подходил, прям на след ставил. О, дневник есть, записи в дневнике. Все. Покажи себя, сколько тебе лет? Как ты... Бляха-муха, это там ты топаешь. Проститутка в платье. Тебя зовут? Ты видел ее? Да, ползает, я же говорил, собака. Дай нам знак. О, о, квантумец, ты охота? За мной идешь? Не, да. Закрывай, не закрывай, не закрывай. Закрывай! Я видел ее. Ты видел эту паскуду в платье? Бля, твою вот мать. Она! Вот она! А, она к нам зашла! Я умер! В смысле, она к нам зашла, бля? Почему она зашла к нам, бля? Вот тварь такая! Я тебя сфоткал, Димасик! Так пошел ты, фотограф, блядь! Почему? Она в прошлый раз ко мне не заходила, а в этот раз она, блядь... Это потому, стены. Что я пришел. Кто сквозь стены проходит, тот и он, блядь. Это они, нахуй, наверное, или Миран. Смотри, у нас есть, значит, что у нас есть? Ту игру. У нас есть записи в блокноте, у нас есть, все. Это сквозь стены проходит. Она не прошла сквозь стены, она открыла дверь и зашла к нам. Нет, я отчетливо это видел. Она, блядь, сквозь стену прошла. Записи в блокноте. А что это такое? Кто это? Я не знаю. О, огонек есть, огонек есть. Огонек увидел. Призрачный огонек есть. Это либо тень, либо Юрей, либо Йокай, либо Хан. Всего-то ничего. 4 на выбор. Ханту, давай. Ханту мочит манту. МП не было? Если Ханту намочит манту, тебе покладут в больницу потом. Вот пускай это будет Йокай. Чтоб ему пусто было, суки. Ну давай, Йокай укажем, поехали домой. 27, блядь. Это был призрак виду Ханту. Мы угадали? Ну, Йокай мы указали. Блять, а я говорил Ханту. Кого, блядь, ты говорил Ханту? Страховка ноль, почему, блять, ноль? Выходим.
Так, что я возьму еще? Ну давай возьму фотик. Вдруг он сразу быковать начнет. Это дом. Это. Нет, это гараж. А я не помню, это дом. Это старый дом. Влетаем в стройку, хоба, идем ломать лица. Это дом обучения, я помню его. Где ты, тварь? Слышь, тут бы по-хорошему зажигалочку нам и свечи зажигать. Ну, кстати, да, хорошая идея. 6 градусов, квантомет. Сходу? 4 градуса. Нет, это потому, что нужно врубить пробки. Да ты чё, падла, сразу так, что ли? Пойдем пробки врубим. Нужно врубить пробки, и тогда дом прогреется. И тогда можно сделать вывод, где находится призрак. Вот пробки здесь. Так, значит, доска уйдет. Сейчас прогреется. Выходи, петух. Квантумец. Сейчас мы с тобой выйдем. Да он петух, не очкуй. Я таких петухов, знаешь, там был шум, определяю. Как будто он за нами. Ничего не было, все хорошо, мы ищем его. Это я хожу по дому, не очкуй. Блин, квантумец, я вот сейчас осматриваю подвал, 5 градусов. Осматривай лучше. Это не похоже на подвал. Это... Закрой дверь. Я приличная дама. Где он живет? Че ты испугался? Тут 10 градусов, там гром бабахнул. А его нет здесь? Он где-то вот тут определялся, и там определялся. Он везде живет. Да. О, Костонька. Уйди. Нет, реально? Че ты уже вспышки пугаешься? Ну, вот это да, вот этот щелчок твой. Так, как его там зовут, пойду посмотрю. Да ты идешь за мной, сиди в доме. Я люблю ходить за тобой, блядь. Ну не мешай мне любить. Сказал бы хотя бы, я просто люблю ходить. Для того, чтобы тебе поверить. А мы даже задание не посмотрели на задание. О, мы уже выполнили что-то. Найти доказательство присутствия при помощи МП. Ты понял? Определить и обнаружить призрака при помощи датчика движения, заставить призрака потушить горящую свечу. Ух ты. Сандра Гарсия. Я думаю, она с Аргентины. Мамбуля с отличной жопой. 21 градус. Слышь, на улице теплее, чем в доме. Сандра Гарсия. Дай нам знак. О, квантумец. Покажи себя. 17... А, нет, 9 градусов. 6. Еще походи по дому. Опа. Сандра Гарсия, покажи себя. 3 градуса. Она живет по всему дому. Я как не понимаю. Будет? Опа! Что там быкануло где-то? Здесь? Да, дверку. Бля, может блокнотик брошу? А какую у меня дверку? Клади сюда блокнот. Какую? Я вот в коридоре оставил. В коридоре 3 градуса. Какую дверку быкануло? Вот эту дверку она как будто щелкнула. Или знаешь, вот эту? Че, посмотри, надо определить. Да, блядь, все закрыто. Опа. Что? Здесь что-то скрипело. Покажи себя. Сандра Гарсия. Патрулирую. Не агрится. Блять. Да еще, блять, с громом вместе зашел. Хуй, это ракета. Сандра Гарсия, покажи Сандра себя. Сандра Гарсия, ты бомжиха. Покажи себя, дай нам знак, прояви себя. Вот мы нам штука. Не страшно. Я не понимаю, как можно быть такой тварью предпоследней. О! Она тут живет где-то, я тебе говорю. Сандра Гарсия, покажи себя. Дай нам знак. Ты плохо. Фиг ли ты залез сюда, стой, выходи. Стой, а ты дверь открыл? Нет. Изначально. Просто дверь вот опа, так чуть-чуть. Опа, ты слышал? Слава богу, нет. Я не понимаю, где она живет. Но она живет. Вот эта комната безопасна. Ванная безопасна. Где ты да живешь? Может, сольку оставить ей? Ага, поморгаешь свет. Светом. Да. Да, 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 свет. Надо вырубить свет, чтобы пробки не выбило. 12, я не понимаю, где 12, она есть. 6. Я тоже не понимаю. А давай сидеть здесь, кого на первом. Где? Она что, вот здесь живет? А в этой комнате сколько градусов? 6. Она здесь 15. Живет. Стой. 13. А вот тут? 14. Ну? 8, блядь. Что за хуй? Давай, нюхай. Есть что-нибудь здесь? Квантумец. Ты в подвал идешь? Да. Закрывай. Твою ж за ногу. Держу. Свети мне, квантумец. Ты слышишь? Я боюсь, я свечу, блядь. Тебе. Тебе видно все. Я боюсь.
Тихо, идет, ходит. Ходит. Ого, как тупает, падла, большой походу. 5,7, сука! 5,7, что это 5,7? Скидка? В пятерочке? Блять, открылся у меня! Да как, блять, как? Снова мелкая поеба открывает двери, блять! Это не она открыла, это я открыл двери. Ты, блять, откуда? Да я нечаянно, я хотел посмотреть, что там происходит. Квантумец. Оно вот так вышло, все, извините, я уезжаю. Блять, опять? Она ушла, я думал, ее нет. Ой, блять, квантумец, такой ты руины, че ты пиздец? Согласен, всем пока. Извините, не буду руинить. Мы вас в прошлый раз хорошо отыграли, сейчас не очень. Мы молодцы, всем пока. Деньги, блять. Сколько денег дадут, интересно. Они на профессионале реально тупые какие-то. Блядь, это был Йокай. 17 долларов, блять. А мне 105. Почему? Потому что ты уезжаешь, блять?